руках у начальства. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в старую тюрьму. Только тех, кто может что-то знать об Атласе. Константин собирается задать им несколько вопросов. Остальных они держат около собора. Готовится веселуха. Это должно быть они. Я надеялся, что бросит жребий, кому поручить эту работу. Ну ладно. Ты давно на службе? Пару месяцев. Но на мотор я выйдешь. Я уже давно не участвовал в таких операциях. Подрастерял хватку. А ты? Я работаю на Константине уже около года. Меня старый кореш порекомендовал. До этого я работал на киевских, но пришлось свалить из города. Здесь всегда столько возможностей. Нет, это особый случай. Наслаждайся моментом. Обычно мы работаем куда скромнее и скромнее. Жалко. А я только вошел во вкус. Да, не знаю. Что-то тут не так. Начальство какое-то дерганое. Обычно они все такие деловые. Алина, что? Знаешь, может и нет. Тут бы и думать не о чем. Только вот... Укрытие! На нас напали! Рима, мне крить. И держите ухо востро. Наемники закончат зачистку, а нас ждут на базе.
Оставь их. Понял, у нас чисто. Понятно. Что могло бы это подтвердить? Что, например? Знали бы, не искали. Документы, карты, все, что могло бы подтвердить догадку. А чего не спуститься вниз и не забрать? Они считают, что это может быть опасно. Поэтому прежде чем рисковать людьми, они хотят узнать больше. Его охраняют местные? Вроде того. Так мы же уже показали, что можем с ними справиться. Почему бы нам просто не взять его силы? Слушай, ты получишь благодарность за сегодня. Но если хочешь продлить контракт с Троицей, начинай искать и перестань задавать вопросы. Эй, тут еще золотые монеты. Оставь их, это не твое. Да ладно, это же трофей. Я смотрю, ты еще не догнал. Мы не наемники. У нас есть правила. Тебе хорошо заплатят, но ты будешь выполнять приказы. Все приказы. Подумаешь, пара долбанных монет. Я отдал тебе приказ. Так же, как Константин отдал мне приказ коснить любого, кто проявит неповиновение. Уяснил? Да, да, я понял. Базара нет.
охрана пришла ночью. Я так и знал, что придут. Убивать технаря из эха было уже слишком. Я знал, что нельзя, но не удержался. Потомки надоели, хотелось чего-то большего. Меня притащили в комнату без окон и бросили, сочли за мертвого. А потом пришел Константин. Взял мою голову в руки и улыбнулся. Сказал, что понимает. Что сам когда-то был таким же. Что я согрешил, но прощение еще возможно. Сказал, что я просто жадный до крови дуболом. Пообещал искупление. Мол, у меня есть особые умения, которые нужно только отточить. Они превратят меня в настоящий клинок и направят в цель. Я чуть не расплакался и ноги ему целовать полез. Я стану тем, чем должен. Ради Троицы. Ради Константина. Я согрешил во имя Господа. Много крови пролилось в долине. И продолжает литься. Прости меня. То, что работа во имя Господа требует жертв, не значит, что я чист. Прости меня. Ибо со времени стигмат моего детства грешил я во имя Твое. Прости тех, кого я убил сам, и тех, кого убили во имя меня. Ибо не ведали они, что творят. Прости меня. Прости, что работа моя все еще не окончена. И много крови еще должно пролиться. Что он сказал? Что решать с ним. Но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. Опа! И что, это все? Слушай, других по несколько лет на контрактах держат. Утверждение. Чтобы взяли в орден, успехов мало. То есть? Принесем клятву, а потом церемония. Он сказал, скоро сами все узнаем. Что он сказал? Что решать не ему. Но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. О, как! И что, это все? Слушай, других по несколько лет на контракте держат. Терпение.
чтобы взяли в орден успехов мало. То есть? Принесем клятву, а потом церемония. Он сказал, скоро сами все узнаем. Там что-то... Они здесь! У нас босс! Разделитесь и держите ухом остро. Что это было? Кончать!
Крофт постоянно нам мешает. Кто-то раздул в ней искру. Лорд Крофт был слишком оторванным от жизни. Он был трусом. Его дочь не такая. Сегодня я чуть было не заявил, что должен убить Крофт лично, и чтобы никто другой не смел этого делать. Боюсь, она затмевает мой разум. Я должен напоминать себе, что эта девчонка — лишь препятствие, а цель моя — святой источник. Проклятая болезнь ослабляет мое тело, а теперь еще и разум. Постоянно отключаюсь, погружаюсь в воспоминания. Перед глазами тот день, когда умер лорд Крофт. Когда пришлось срочно менять план. Когда я думала, что мы потерпели неудачу. И еще более ранние воспоминания. Мои первые дни в Ордене. Изучение тайной истории мира. Осознание нашего долга по его спасению. И еще раньше. Детство. Мое и Константина. Когда доверять можно было только друг другу. Заставляю себя вырваться. Возвращаюсь в настоящее. Я всегда делала то, что должно. Сделаю и в этот раз. Я недооценивала врага. Из-за моей глупой задумки погиб Илья, а отца нет уже 2 дня. Чтобы выстоять против Троицы, нам нужны все силы. Кажется, они нанесли нам смертельный удар еще до начала сражения. Вера защищает нас. Но что в ней толку, когда враг становится сильнее с каждым поколением? Мы, может, и переживем эту войну. А вот за наших детей мне страшно. Thank you.
Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать.
Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форуму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога, напротив, он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. Когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть ясно, что это что-то ценное, а что да как, наверху толком не говорят. Ну да. Слушай, ты об этом не особо распространяйся, ладно? В общем, мне кажется, их интересуют не деньги. Ты что, купился на болтовню Константина о славе и о новом мире? Да он это просто, чтобы бороться.
Мы все здесь расходный материал, командир. Мне нужен результат. Ставки высоки, как никогда. Он должен быть внизу. Они нашли его. Убить безоружного? Это жестоко даже для тебя, Улар. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись, Анна. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. Поздно стало, когда ты предала мою семью. Я заберу Атлас, Анна. Что-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подавно. Иди к черту! Крофт идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов Атлас! Крофт продолжает ставить нам палки в колеса. Она сплотила народ долины, вытащила их из своих убогих лачуг и помогла одержать несколько побед подряд. Вот бы объяснить ей, как она ошибается, как нелепы ее моральные принципы. Этому миру уже не помочь полумерами.
Его не спасти в одиночку. А раскрывать ему тайны святого источника – это сущее безумие. Можно ли склонить ее на сторону Ордена? Раньше я считала, что да, но теперь нет. Мы с ней были близки, были связаны. Но теперь, похоже, выбора нет. Ее нужно сломить. У меня получится. Я ломала и не таких. Я опередила Анну, но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Анна думает, что знает меня. Может, в какой-то степени это и так, но она не знает всего. И пока она недооценивает меня, у меня есть преимущество.